Ну вот как не пошутить над Ольгой Бузовой? Она на передаче вот с Дебровым высказалась, вот, и заголовок такой сделали. Значит, чего она сказала? Это была передача с Дебровым. Значит, мнение, стоит ли держать дома диких животных. И вот Ольга Бузова сказала про своего бывшего мужа: мне уже никакие дикие животные не страшны. После того, как у себя дома я несколько лет дерзала футболиста. Значит, она сравнила футболиста с диким животным. Посмотрим, что ответит Тарасов или Костенко.